Привет, друзья, с вами Карникс, и сегодня мы продолжаем с вами играть в игру под названием Paint the Town Red. Итак, я вас спрашивал по поводу челленджей, вы предложили несколько довольно интересных вариантов. Вот, поэтому сегодня я один из этих челленджей буду проводить. Да, точнее, как это, я буду принимать эти челленджи, вот. Тем самым сегодня мы будем с вами в баре. Челленджа суть заключается такова. В баре мне нужно уничтожить всех врагов, используя исключительно стеклянные предметы. Исходы, которые я уже предугадал, есть возможность, что просто закончатся все эти стеклянные предметы в баре. Я, конечно, буду максимально экономно их тратить, то есть я не буду постоянно кидаться, чтобы они разбивались. Я буду бить до максимума и кидать потом уже в лицо, или же постоянно бить им. Вот, поэтому челлендж заключается в том, чтобы пройти бар, используя исключительно стеклянные предметы. То есть там рюмки, бутылки, бокалы, эти кружки пивные, то есть все это дело использовать. Ой, ну что ж, приступим. Итак, мы в нашем любимом барчике. Мужички, как всегда, тут прибухивают. Так, давайте посмотрим сразу, какой у нас арсенал имеется. Стекла. Шарики, не стекло, да? Жаль. Тут что? Параша, там тоже есть стекло. А, тут в комнатах вроде еще было сверху стекло. Ну, я сильно надеюсь, что нам его хватит, чтобы навалять всем врагам. Так, тут что? Мужик, я тебя не буду беспокоить, все окей. Я проверяю наличие стекла. Так, ну в принципе нам должно хватить. Нам должно хватить. Так, давайте же... да, там только проблемки будут. Ну ладно, не беда. Ну давайте сразу берем бутыль. А у него из руки взять? На, нельзя. Чё стоишь, бухеришь? На, вхарю, подлез. На. Где твоя рюмка? Есть. Так, экономим. Главное экономить. На. Блин, разбили. А-а-а, кто это со мной идет? А-а-а, с кием парень идет. Не-не-не-не-не. Тарелка же это тоже стекло, правильно? Или нет? Тарелка стекло или нет? Тарелка стекло или нет? Она белая, значит, скорее всего, фарфор. Поэтому это не стекло, выкидываем. Берем кружку, ой, эту бутылочку. Так, иди сюда, подлез. Не. Так ты живой еще, что-то упал. Оп, теперь умер. Вот теперь я понимаю, так, тихо, тихо. Это вы все за мной, что ли? Ребятки, ну вы что? Я ж, блин, я и промазал. Ну, мне и так надо экономить это все дело. Так, иди сюда, иди, иди, иди. На тебе пивком розу. И тебе пивком. Ой-ой-ой-ой, одного сложили. Так, иди сюда. Не. 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 Ой-ой-ой, чувак, у тебя вместо глаза бутылка, походу. Ты это, аккуратней будь. Так, валим. Еще бутылочка. Давай, иди сюда. Ты со стулом, я с бутылкой. Кто кого, давай. Увы, увы, твой стул тебя не спас. Шпунь. Шпунь. Оп, застряло. Все, с концами. Так, бутылка, бутылка. Дедок, лови блюху. На еще. На. О, какая живучая бутылка, вы гляньте, а? Ну, такие бутылки мне понадобятся. Все, ты потерял свое пространство. Так, скиллы я тоже тогда использовать не буду. Раз по чесноку, так по чесноку. Челлендж так челлендж, ёпарас это. Так, тихонько. В затылок. На. Блин, что она сразу разбилась? Иди ко мне, мой дорогой. На. На. Я хочу розочку, я не хочу, чтобы она разбивалась. На. То, сколько ты будешь жить, а? Так, вы тут бейтесь. И вы тут бейтесь. Так, давай. На. На. Розочкой в глаз. Ох, ты тут размахался кием-то своим. Тут где-то кружка упала. Где-то кружка была. Кружка. Ты чё встал, пес? А ну, приляг. Тэм-дэм-дэм-дэм. Кружка, кружка. Есть. Он даже с пивком. На тебе, пивко в щи. А ну, пивко... О, пивко выливается с кружки. Ну, иди ко мне. На. Отлично. Кружка нам уже послужила 2 целых удара. 3 удара. Ничего себе. 4 удара. Вот это бессмертная у нас кружка. На. Так, быстренько. Дайте сюда. Пустая кружка. Так, что ты встал? Я тебя добить хотел лежачего, а ты, блин. Это подлец. Так, вы тут что, веселитесь тоже? Ты же живой, не придурись. О, теперь не живой. Вот когда идет такой, значит, все, он уже больше не. Чувак, в тебе застряла моя кружка, какого черта? Ой, сколько тут бутылочек. Вот это мне нравится. Не. Не. Бутылки мне начинают нравиться, у них есть шанс, что они очень долго не будут разбиваться. Так, стоямба, на голову. Не. Не. Есть. Так, валим. Тут где-то валялась чья-то кружка еще. А, нету кружки. Так, давай. О, так тут же еще столик есть, точно. Так, мужики, на. Пардон, я вырубил твоего друга, я не хотел. Так, о, розочка сразу. Бум, вошла розочка, отлично. Ты че встал? Да хватит падать от этой и не умирать, так нечестно. Не. Так, кружка. Не. Все, умер. Не.
Еще кружка. Ну, лови в затылок. Да. Мне так нравится, когда они типа как без сознания падают. Ой, ты чё такой дикий? Ты чё, из лесу вышел, чё? Мы что, с этими бутылками бьемся? Чё ты со стулом приперся? На глаз. Отлично. Так, розочка осталась, никого нет. Так, хорошо. Оп, вошла розочка. Так, идите ко мне, друзьяшки. Ой, хорошо, как разбилось. Чё, тут стекла больше нигде нет? Так, валим. Так, у нас запасы наши заканчиваются, бутылочные. На! Ой-ой-ой, зачем я так замахнулся? Блин, разбил ее сразу. Ладно, сейчас разберемся. На, ой-ой-ой-ой, чувак, я ж тебя порезал розочкой. Как ты? У тебя там уже не это. Нет лица, у тебя там эти кости. Где ты, блин? Ладно, бог с ним. Кружка тут была. Нету кружки. Так, давайте. Так, бутылку на бутылку поменяли, нормально. Так, ребятки, давайте. Не. Не. На обхарю. Че, разлеглись? О, нет, у него в плече теперь этот. Так, бежим. Оп. Выливаем пивко. Чтобы мы еще на него пивко тратили. Сейчас, прямо-таки. Не. Так, что-то чересчур уверенно на меня идет. Так, тихо, стулья поганые, дайте пройти. Эч, все. На. Че ты падаешь, блин, безумец, а? Так, давай. Ты думаешь, я тебя, раз ты лежишь, так я тебя не смякну? Это тебе не жизнь, чувак. Это бар. Так, не. Так, что тут происходит? Я думал, сейчас музыканты согрятся. Тихо, бутылка. Есть. Погнали. Не, музыканты еще вроде играют, но музыки нет. Ну, бывает. С кем не случается. О, бутылка. Так, стул, нафиг. Так, блин, стул, нафиг. Так, ведь. На. На. Ничего себе, у нас еще розочка. Блин, опять в щеку. Это так неприятно, наверное, в щеке с розочкой бегать. Так, иди сюда. Не. 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 У тебя еще кружка, отлично. Так, будем знать, надо запомнить, тут лежит кружка. Так, ребятки. На, в затылок. На, ой-ой-ой, кинул и не напрасно. Так, где кружка, я тут ее видел. Ага, у нас две кружки, отлично. У нас есть запасы стекла. Не. Не. Так, тут что? Угу. Не. Ой-ой-ой, бутылка так быстро закончилась, почему? Не. Что такие хрупкие бутылки? О, отлично. Да я не понял, вы что, ими уже дрались, что они такие хрупкие? Ой, блин, она у него в руке застряла. Ты противный такой. Не. 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 Еще что-то есть у вас? О, давайте бутылочку. Вставай. Тут кто-то не умер. Ты не умер. Не. Умер? Умер. Все. Другое дело. Не. Не. На, розочку в глаз. Ай-ай, блин, дай бутылку забрать. На, кружкой. На. Отлично, ребята, мы отлично справляемся, я вам скажу. Тут что, о, тут массовый замес вообще. На. Не ожидал кружкой получить. На. Это как они падают, это вообще что-то с чем-то. Так, ты что встаешь? А ну падай. Падай, я сказал. Ты глянь, какой хитрый, со стулом достай. Ой-ой-ой, чувак, у тебя в затылке ой-ой-ой-ой, повара пришли. Повара, на вхарю, моментально. С тобой вообще говорить нет смысла, ты больной с ножом ходишь. Капец, у него кружка во рту застряла. Ну, бывает, ну. Сбухался, пацан. Так, нафиг иди. Уйди, повар. Уйди, говорю. Так, бутылка. Не. Так, ты у нас кто такой? Так, ты не повар, вон еще один повар. Китаец. На. Ай-яй-яй, мимо. На. На. Есть, вырубили еще одного повара. На, вошло стекло в глаз. На. Чё ты упал? Ты живой, подлец. А ну давай. Так, ты кто такой? Вали отсюда. Вали, я тебя не звал. Так, вставай, вставай. Чё, не можешь встать? Чё, совсем все так плохо? Повар, ты ж не пил. Ты ж повар. Ну уже, давай, вставай. Молодец. На тебе вторую розочку в глаз. Ага, хрен тебе. Минус. Так, ребятки, вы чё? Ёбрэс, это чувак с мачете. Блин, надо бежать. Чувак с мачете, это одна опасность вообще. Тихо. Он мне тоже ноги отрежет. Будем мстить за своих братьев. На голову. Так, тут что у нас есть? На. Тут что-то есть? Ничего нет. Пора бежать. Так, будто... Вау, тут кружки еще под этим висят. Вообще шикарно. Так, нам хватит всего этого дела. Надеюсь.
Так, на обхарю. На обхарю. Так, ребятки, у вас что-то сильно много. Тут есть что-то стеклянное? Это же склад, я понимаю так, да? Блин, разбил нечаянно. Кружка. Есть. На. Самый крутой из них, что ли? Я тебе больше кружек в глаз всажу, чем другим. Раз ты такой крутой. Так, две бутылки, отлично. На. На. Да сколько можно за мной бегать, ребят? Вы чё? Я понимаю, что мало того, что вы инвалиды, вчетвером не можете со мной. Одним, ой, музыканты пришли, походу, да? Музыканты, ну вы чё в самом деле, ну? Я же с вами по-дружески, а вы как бычьё. Так, ты там меня только не режь. Своих там режь сколько хочешь, меня только не режь. Так, на обхарю. Чё ты за нос взялся? Ты ж такой крутой, с мачете бегаешь. Не. 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 Сбитый пришел пацан. С монтировкой вы что, с ума посходили, ребят? Я же вам ничего не делал. Мы же сами ссорились. Не. Кружка, кружка. Не. Так, бутылка. Что у нас тут еще? У нас еще одна бутылка только осталась, и все? Это плохо. Не. 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 Так, будем сейчас рыскать по столам, значит. Там еще в комнатах у нас есть. Слышь, ты гитарист хрена. Есть. Ты еще живой, я точно знаю, ты не умер. Вставай, 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 пес. Да. Вон, я бутылку нашел. Тут где-то бутылка лежала только что. Ладно, кружка это кружкой. Не. Ты рукой схватил мою кружку или что это было вообще? Не. 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 Кто у нас тут? Боксер? Не-не-не, боксер. С тобой нам пока вообще не о чем говорить. На. На. Отдай кружку. Отлично, где еще в засаде сидят трое ребят. Ладно, на тебе кружкой. Че, тебе в руку кружку? Да ёпарисы ты. Надо бежать, 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 бежать. Ребятки, ребят. Кружка есть? Есть. Иди сюда. Не. 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 Чувак, у тебя там уже лица нет, ты чё? Чё ты ко мне еще идешь? У тебя чё, мало отсутствия лица? Так, ага, тут бьются ребятки. Так, вы еще на меня сагритесь? Вообще будет смешно. Да вы чё вы на меня сагритесь? Йоу-йоу-йоу. Так, мы должны забить этого боксера поганого. Так, тихо. Есть! Боксер слег, да? Так, боксер лежит. По-моему, тут живой остался. Да, 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 да. Я знал, что ты жив. Я знал. На тебе. Щи. Сам себя забаррикадировал. Так, иди сюда, парнишка. На. Че ты падаешь? Ты живой еще, ну? Вот теперь ты не живой, вот теперь другое дело. Фух, ребятки, вот это жесть была, конечно. Это оказалось не так легко, как я думал. Фух, так. Итак, друзья, спасибо вам большое тем, кто предложил этот, собственно, челлендж. Он мне показался довольно-таки интересным, потому что стекла все-таки ограниченное количество, и нужно его постоянно искать. Я надеюсь, что я правильно поступил, что не брал тарелки, потому что это все-таки, если бы они были прозрачные, тогда я мог бы 100% сказать, что это стекло. А так это может быть и фарфор, и все что угодно. Вот, а так, ребятки, спасибо большое за просмотр, не забывайте ставить лайк, если же видео вам понравилось, не забывайте подписаться на канал, встретимся в следующем эпизоде, удачи! А, кстати, да, жду еще ваши предложения по челленджам в комментариях, не забывайте, да-да, удачи!